Приветствую вас. Покажу вам сегодня, какие покупки я купила в аутлете Мэтсинге. Ну, больших надежд я не питала, и что-то такого мне не нужно было. Ну, думаю, если что-то понравится, возьму. Взяла мужу и сыну две футболки. Такие Левис. Уже такая ткань поплотнее. Думаю, такая вот на осень, знаете, уже плотнее одеть. Не совсем легкая. Такие. Стоимость футболок 22 евро. Я взяла две штуки, и мне сделали скидку 11 евро. То есть, я считаю, что очень неплохо. 22 евро. И еще, видите, 31,95, 22 в аутлете, и плюс мне еще скидка. И зашла в аутлет Hugo Boss. Я вот эти кофточки, конечно, очень люблю от Hugo Boss. Тут вообще, видите, такие пуговицы. Сейчас Boss написано. И, конечно, кофточку нужно стирать. А, это от компании Boss. Стирать вручную. У нее хороший состав. Шерсть, шелк. Очень хорошие. Она стоила 79,95, плюс было 20, минус 20% скидки, и я ее купила за 64 евро. Очень красивая кофточка. Она такая немножко просвечивает. Ну, одеть бюстгальтер надо симпатичный под него, и все будет красиво. 64 евро он мне обошелся. Взяла компания УК. Вот видите, девочка. Такие вот шлюпанцы. Я взяла их для дома, мужу и сыну. Кожа отличное качество. Цена была настолько смешная, что не взять было просто грех. Стоимость данных тапочек, я их можно и на улице ходить, шлепанцы, можно по квартире, они кожаные, абсолютно не выглядят, что это домашние тапки, 7 евро. Натуральная кожа, фирма УК, 7 евро я купила две пары вот таких вот тапок. Шлепанцы, тапки, как хотите их так назовите, муж и сын взяли в них в квартире ходить. Вот когда жарко, чтобы без носков ходить, чтобы ноги не потели, не было запаха. Вот такие тапки, 7 евро. Согласитесь, что это для компании УК просто замечательная цена. Ну и самое любимое и важное, что я купила. Я 1000 подписчиков, у меня конкурс. И обязательно буду разыгрывать чайные пары или кофейные от компании Велерой Бог. И я уже прикупила две чайные, ну, я думаю, кофейные больше пары. Это Селин. Селини называется. Здесь такая вот, не очень хорошо видно на камере. Очень красивая чашка, нежная. Такой рисунок на ней выдавлен. Такая вот чашечка хорошего размера, то есть она не маленькая, не большая. Такая и блюдце, видите, там такой рисунок есть, и также есть рисунок на чашке, просто на камере не очень хорошо видно. Такую пару, вот красавица такая. И взяла Куанзай Гартен. Почему я именно этот взяла? Потому что данная коллекция снимается с производства. То есть больше эта коллекция выпускаться не будет. Также вот кофе-клуб. Коллекция больше не выпускается. Я хотела купить чашку. Там очень красивые чашки кинулась. А их нигде нету. Их только с рук продают, эти чашки. Поэтому я решила, раз она снимается с производства, то нужно обязательно приобрести такую пару и... Представляете, вы будете обладателями
такой пары, которая уже снята с производства, и сможете когда-нибудь ее хорошо продать. Такая чашка, очень красивый рисунок, посмотрите, какие красивые цветы, краски какие насыщенные, очень красивые. Модель Germany, Велерой Бог. И блюдце. Тоже красивый рисунок. Необычное квадратное блюдце. И еще третью чашку я не купила с блюдцем. Думаю, если есть какие-то пожелания, может, вы хотите какую-то определенную коллекцию, вы мне обязательно напишите. Я, конечно, планирую French Garden, потому что многие любят именно эту коллекцию. Ну, если у вас есть пожелание, что вы хотели бы, вам очень нравится какая-то коллекция, и вы хотели бы обладать чашкой из какой-то определенной коллекции, вы мне обязательно напишите. И кто будет больше за какую коллекцию, я такую чашку и приобрету. Посмотрите, какая прелесть. Поэтому подписывайтесь. И будем разыгрывать. Видите, я уже готовлюсь. У меня 705 подписчиков. И осталось совсем немножко до 1000. И будем разыгрывать. И я планирую на своем канале очень часто проводить какие-то розыгрыши. Потому что людям всегда интересна обратная связь. Не просто с блогером поговорили, посмотрели. А какие-то конкурсы, что какие-то маленькие безделушки получать. Очень приятно. А здесь получить фарфоровую чашку от известного мирового бренда и каждый день пить чай или кофе. И, вы знаете, чувствуешь себя по-другому, когда ты водичку налил и уже себя чувствуешь по-другому, потому что ты пьешь из красивой посуды и ощущаешь себя, а, знаете, ощущать себя по-королевски. Мы проецируем и приносим в свою жизнь больше успеха, больше возможностей, больше заработка. То есть это тоже все проецируется на подсознание. Поэтому подписывайтесь, будем разыгрывать и пишите, из какой коллекции вы хотели бы получить чашку. Я обязательно приобрету ту чашку, где будет больше всего пожеланий. Из какой коллекции. Все, вот такие были мои покупки. Небольшие. Много мы купили конфет. Хариба купили. Ну, это я вам показывать не буду, что все видели Хариба, все видели конфеты от Линда, поэтому никому это не интересно. А самое важное, это вот эти мои две красавицы. Я сама пью из чашки Розенталь. Каждый день она меня очень радует. И конечно, хочу я себе чашку из коллекции Велерой Бог. Ну, думаю, сначала я разыграю, так как я обещала, а дальше уже буду смотреть, какую чашку себе приобрести. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь и обязательно будем разыгрывать. Пишите ваши в комментариях, какую коллекцию из какой чашки вы бы хотели. Спасибо вам, удачи, до новых встреч!